Это мыс Калиакра. Мы туда едем. Мыс Калиакра или нос Калиакра – это культовое место Болгарии, и мы регулярно возим туда всех своих гостей. Это место обладает очень сильной энергетикой. Культовые места всегда окружены ореолом таинственности и мифами. Одна из легенд рассказывает о 40 девушках, которые, связавшись косами, бросились в море, чтобы не достаться турецким захватчикам. Это стела – напоминание об этом событии. Вот это памятник адмиралу Ушакову. Машина паркуется прямо, можно сказать, у пьедестала. Причем здесь адмирал Ушаков, я расскажу дальше. А здесь мы сейчас будем снимать закат. Но на мыс Калиакра мы еще не пришли, только подъехали. Идем снимать. Куда же без сувенирных лавок? В 13-14 веках здесь находилось Добруджанское княжество. Здесь находилась резиденция князя, чеканились собственные монеты и была собственная флотилия. Княжество было захвачено турками, и повсюду мы теперь видим эти руины. Полуостров Калиакра выдается в море на 2 километра, по этому поводу есть легенда. Святой Николай убегал от турок, а Бог настилал ему землю, чтобы он не утонул. На самом кончике носа расположена часовня Святого Николая, мы ее еще увидим. Погуляем по Калиакре среди камней, пофотографируемся, ведь это большая съемочная площадка. Здесь получаются отличные фотки и самый красивый закат, который мы тоже сняли и который вы все увидите. Римская баня, вернее то, что от нее осталось. Остатки жилищной сграды, то есть дома. Остатки болгарской церкви. В общем, камни. Мы на Калиакре. Снимаемся на Калиакре. Скоро будет закат. Я стою тут и дрожу, потому что подо мной обрыв. И ветер такой сильный. Да, сегодня сильный ветер, может сдуть. Да, поэтому давай, вылезай. Так что, друзья, не забудьте о блогере. Ставьте лайки. Обед и подписывайтесь на, на мой канал. Ужасно. Ветер. Итак, мы находимся на мысе Калиакра. Занимаем разные критические позиции. Кругом обрывы и скалы. Прекрасное море. И скоро будем снимать закат. Вот здесь лучше не пересекать, потому что можно упасть. Здесь охраняют соколов. Здесь рассказывают про этих птиц. Летающий блогер. Опа, опа, опа. На мысе Калиакра получаются прекрасные фотки. Но видео снимать здесь очень тяжело, потому что постоянно дует сильный ветер. Мало. Здесь чудная подсветка, прекрасные скалы и отличное, отличное, красивое море. Вот еще останки сграды, то есть останки дома. Драконы. Милитаризм. Хочешь снимай, хочешь не снимай, дело твое. Нет, она у нас дома. Вот такие камушки. Выложена у нас дорожка дальше. К самому носу. Как говорят болгары. Нос Калиакра. Инжир. Почему такой маленький? Да, вот мы плавно попадаем в ресторан мыса Калиакра. И он, похоже, работает. Под инжировым деревом. Тут есть вход. Народу много. Народу много в ресторане. Вот же. Добрый день.
А вот здесь музей. Мы, помнишь, были свободны в ходе? Музей мыса Калиакра. Да, видно. Вот здесь музей. Да. И тут есть проблема речи. Что-то надежда. Все внимание. Вот там вот есть пещера. Очень красивый вид. Рельеф посвящен опять-таки адмиралу Ушакову. Ушаков Федор Федорович, выдающийся флотоводец, адмирал, один из создателей российского Черноморского флота. Здесь у мыса Калиакра 31 июля 791 года эскадра под командованием адмирала Ушакова одержала блистательную победу, разбив и обратив бегство эскадру Османской империи. В 2001 году Ушаков канонизирован Русской Православной Церкви. А это Тамбела рассказывает о защите, управлении по защите природных территорий Черноморского региона. И они тут рассказывают про птиц, занесенных в Красную книгу. Ну это кто? Там написано. Это не адмирал Ушаков. Ну однозначно. Сейчас мы пойдем по такой лесенке, на которой я уже однажды ногу подвернула. А тут есть часовня. А это та самая часовня Николая Чудотворца. Мы на мысе Калиакра, на самом его носу. Поэтому мы достигли цели и очень с собой довольны. Ну, ты красиво смотришься. Как обычно. Давай. Вот другой ракурс. И опять мы, и опять Калиакра. И опять все хорошо. Вот наша охрана. Все под контролем. Ой, какая сосна. Пушистая, как ежик. Мы в ресторане мыса Калиакра. Пьем лимонадик и сейчас немножко поедим. Очередной раз. Как тут интересно, на потолке подвешенные зонтики. А вон там вот барная стойка, вся в цветах. Мы начали снимать закат. Thank you.
сегодняшний день мы закончили в ресторане мыса Калиакра. За удачный день. Да, сняли закат и сидим закусываем. Теперь мы после этого, естественно, уже в полной темноте поедем домой. День прошел удачно. Будет новый фильм. Часть этого ресторана расположена в пещере. Мы уже выходили из ресторана, зашли в туалет и увидели эти замечательные стены. Я не могла удержаться, чтобы не сфотографировать их. Смотри, это что? Кто это? Древние люди. Древние болгары. Солнце уже зашло. Ветряки отдыхают. А мы наелись и едем домой.